У тебя праздник? А мне почему-то вот хотелось попробовать. Молодец! 10 лимонов, да ладно, не сможешь 10 лимонов. Мне не нравится твоя прическа. Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем влог. Мы только недавно пришли со школы. И сейчас будем скоро кушать. Потом нужно Ксюше снова идти в школу. А мне сегодня не надо. Я сижу и заполняю Каролине анкету. Ей дала подружка в садике. Пока Каролина не писать не умеет, буду я ей заполнять. Вот такой вот альбомчик. Каролина, какое твое любимое животное? Собака. Собака. Ладно. А какой еще? Ребят, всем привет. Так, готовлю обед. Всем привет, готовлю обед. Рис, овощи и индюшка, мясо индюшки. Привет, Ксюшка. Мясо индюшки. У меня все прям в рифму получает. Папе на работу. Папа на работу едет. Кстати, заметили какие-то изменения в Маргарите? Каро! Что новенького у Маргариты? Папи лук. Маргарита подстриглась. Вчера подстригла, она меня попросила. Она меня уже неделю просила, мам, подстриги. А мне все некогда. В общем, срезали где-то 5 сантиметров, наверное, да? Угу. Или не больше. Они были вот так. Да. Они быстро у тебя растут. Я думаю, если ты бы вообще бы не подстригалась уже, наверное, 2 года, уже бы у тебя, наверное, были бы по локоть, там, не знаю, или по пояс. Они у тебя быстро растут. Да. Мне не нравятся длинные волосы. Тебе нравятся такие короткие? И расчесывать у меня очень больно. Ксюш, ты так в школу пойдешь, там дождик, холодно. Я с курткой. С курткой и с майкой? А в школе в чем сидеть будешь? С курткой? Нельзя в куртке сидеть. У тебя праздник? А что у тебя написано на руке? Можно узнать? Hochdeutsch. Что? Зачем ты пишешь? А не знаю. Напоминалочка твоя? Да. Чтобы что-то не забыть. Да? Ну ты не забудь. Не забуду. Все, Ксюню отправляем в школу. Ты до 3, до 4? 4. Давай. Учись хорошо. Там дождик, Ксюш. Не промокнешь? Нормально? Ну давай. Вот видите, у нас тоже жара, а теперь у нас дождь. И опять Ксюша в шапке, в кофте. Да? Все, давай, пока. Заполнили уже? А фотографию нужно? У меня нет фотографии ее. Или где-то была, нужно поискать. Она рисовала что-нибудь? Она должна нарисовать. Это кто рисовал? Это ой, я какой зайчик, а что ты едешь? Пускай солнышко нарисует или что? А, вот солнышко. Она должна сама рисовать. Да, ну я только ей вот, она сама разобразила. Угу, понятно. Это кем? Это Андрея. Угу. Яри. Яна. Ты сегодня в хоккей играла? Да. Папе фотографии отправила, учительница твоя. Молодец. Тебе нравится? Умничка. Хоккеист. Чего тут делаешь? Дождь опять пошел. Смотрите, вчера мы плескались. Еще не сдули бассейн. Остался единорог у нас тут. В общем, вчера все убрали, потому что у нас где-то неделю будут дожди идти. Можно идти. А что тебя рюкзак здесь делает? Ты будешь там уроки делать, что ли? Нет, нет уроков. А? Нет уроков, а рюкзак зачем на улицу? Странно. Проветриваешь его, что ли? Так холодно. Холодно на улице. Ой. Зевака. Ты зевака. Ты зевака. Сколько нас не было, сколько мы не снимали. В общем, у нас были гости. Очень много. Да, несколько дней подряд у нас были гости. Поэтому мы ничего не снимали. Нам было как-то неудобно ходить с камерой, как бы снимать их, все такое. Поэтому
Вот, у нас была такая пауза. Сколько у нас вчера были гости, у нас на выходных были гости, потом, в общем, мы ездили. Маргарита с нами не ездила, вот фотографии выставляли в Инстаграм. Мы ездили на озеро. Маргарита решила остаться со своей подружкой. Она, в принципе, уже была в этом месте. Но свою подружку давно не видела, поэтому она к ней поехала. А мы взяли наших родственников и поехали на озеро гулять. Поэтому там тоже как-то, ну, особо не снимали, потому что, ну, общались мы, ходили, разговаривали. Вот, и было неудобно ходить все время с камерой. Вот так вот, ребят. Поэтому у нас хорошая была погода, и к нам сразу гости напросились, родственники. Да, Ванюсь? Так смотрит. Ну, она так смотрит, как будто она... Она нас не видит? Что такое? Ничего. Че? Я никак не могу нормально телефон поставить. Че у меня были все время? Давайте. Ну, а ты возьми лампу, только она не работает, но лампа как подставка, хорошо. Слышишь? А? Подставку возьми. Макса поцелила немножко. Ага. Заметно? Нет. Нет, почему нет? Он все еще. Ну, я ему немножко. Он не лохматый. Где ты видишь лохматый? Смотри, какой мальчик. Что, я ему прическу сделала? Он красивый, что ли? Тебе не холодно так будет? Ну, наверное, куда тебе? Да у тебя фон некрасивый получается, велосипед там. Если я вот так буду делать, то тогда меня не будет видно. Я уже снимала вот так вот, и мне не было. Ну, а вот так на фоне этого? Вот так вот на фоне травы не видно, что ли, тебя? Ну, потому что фон такой некрасивый, нужно же. Мама, а сюда подойдет один, или меня не слушает? Черный? Угу. Наверное. Как Бонька вообще под дождем может играть? Бонь. И даже лежать просто на этаже. На мокрой траве, сверху капает, она лежит, играет. Со своей семьей. Забыла? Иди домой быстро. Иди домой. Блин, на. Я мокрый. Ой, он намок. Я вообще-то хотела, чтобы он высох, а он намок. Ну ладно. Там что-то внутри. Бонни! Что-то вкусное. Подожди, я пойду посмотрю. Два зелененьких человечка. Он падает, мама. Так ты выучи сначала, Маргош. Нет. Убежала опять, а? И промокла. Она не знает, как зайти. Он вся мокрая, смотри, вытирается. Не надо. Убежала из дома? Да, больно. Ходит там во дворе. Смотри, за ней что делает. Ты почему убегаешь, Бонь? Нет. А, Бонь? Не надо. Да, вот тут. Здесь не крадут собак, баб. Ты почему убегаешь? Зачем? Хоть. Ходит, главное, там смотрю, она за заборчиком. Она зайти не может возле заборчика мимо. Туда-сюда, не знает, как ей зайти. Она вся промокла. Давай вот тогда вытирай ее. Картофель какой большой. Пирожки будем печь с картошкой. Да? Да. Сколько ты уже почистила? Две. Да, вот эти штучки не срезай, я ножичком срежу. Все? Молодец. Так, будем сейчас тесто делать. Пирожки захотелось нам с картошкой. Вот. Картошку сейчас мы ее поставим варить. Да, Макс? Это дрожжи. Нельзя. Смотри, не скушай эту сейчас. Я, знаешь, когда маленькая была, я увидела один раз у бабушки тоже. Она дрожжи ставила на пирожки. И они такие были, ну, потемнее. Не такие светло-коричневые, а потемнее. Я думала, что это шоколад. Я не понюхала.
Подошла, откусила. И такие горькие, противные. Я не поняла, думаю, что это такое. Ну, сколько мне было? Ну, лет, наверное, 6, вот так вот, я не знаю, 7. Но они не такие светлые были, они были потемнее прям вот. Ну, были на молочный шоколад похожи. Я не знаю, почему я не понюхала, потому что запах-то вообще такой нехороший. Ну, а мне почему-то вот хотелось попробовать. Молодец! Молодец! Маргарита. Разлетелся на штучки. Угу. Давай подбирай вон кусочки, Боня подойдет, еще и съест. А давай Юнке дадим. Нет, давай не дадим. Пирожочки скоро будем жарить. Или печь, я не знаю, что мы будем делать. Либо буду на сковородке, либо буду в духовке. Картошечка готова. Лучок жарится и тесто готово почти. Ты уроки сделала? Или делаешь? Давай, делай. Маргоша делает уроки. Ксюша тоже делает уроки. Нет, я не знаю. Да, ты ее 100% видела. Она это все сама делает. Угу. Не знаю, может быть, и видела. Не помню. Да. Ладно, давай. Доделывай уроки. Ты все еще про Россию? Пельмешки. Да. Это типа русская еда, да? И теперь я пишу про борщ. Понятно. Давай. Не отвлекайся, а то сейчас заберу компьютер. Не отвлекайся, я пишу и смотрю. Не надо писать и смотреть, надо просто писать. Сейчас заберу. Ну что, пирожки уже готовы. И сейчас мы будем пить чай. Бурячки, бурячки, бурячки. Это жареные. Часть пожарила, а часть в духовке. Они уже поднялись. Все, садимся. Бери чай, неси. У меня еще тесто осталось. И картошки сколько. Я что-то переборщила с картошкой. Ну ладно, потом будем кушать просто пюре. Да. Она не сильно горячая. Зачем подставка? Так, Ксюша у нас обещала, что у нас есть лимон на миллион. Лимон-то наступил. Ой, то есть лимон-то наступил. Говорю, миллион-то наступил уже, а лимончик она еще не съела. Все, давай. Выполняй. Сдерживай свое слово. Это ароматно. Вот я его порезала, потому что она говорит, что она не будет кушать шкурку. Да, она съест, потому что она еще такая толстая, смотрите, жесткая прям. Есть такие лимончики, у них прям тоненькая-тоненькая шкурочка, можно съесть, а это прям... Нету косточек? О, нет, ну вроде я убрала, вот тут чуть-чуть есть одна, ну ничего страшного. Фу, я не буду смотреть. Ну-ка. Так, уже съела одну дольку. Нормально? Ой, у меня аж скулы сводят. У меня аж скулы сводят. Лучше холодный, больно кусать. Да? Холодненький. Косточка. Косточка попалась. Какой-то странный, не кислый. Не кислый, горький. Так, последняя долька осталась. Еще одна долька осталась. А на 2 миллиона 2 лимона? Ты не хочешь? Ой, нет. Так, 3 миллиона, 3 лимона. Все, последний остался. А если будет 10? 10 лимонов, да ладно, не сможешь 10 лимонов. У тебя зубы там отвалятся, не знаю. Да, потому что они... Да, они тебе какие-то это странные, да? Больно болят. Все, Ксюша съела лимон. Молодец. Еще хочешь? Но вот. Да, какой-то невкусный, говорит, горький попался. Вот. А мы сейчас передадим приветы двум девочкам. Они выиграли приветики в группе ВК. И сейчас мы им передадим привет. Снежана Бахолдина, тебе приветик. И Карина Ямалеева. Привет! Где Бончик? Пончик. Ага. Бонни! Бонни надо выгулить. Бонни, Бонни, Бонни! Бонни! Нету, вот она! А вот она! А кто это? А кто это? Она в моей комнате спит последнее время всегда. Гулять пойдем? Гулять! Гулять пойдем! Быстрее, быстрее, гулять! 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 Собака ты моя! Собака ты моя! Бонни! Моя собака! Привет, привет, привет!
Ксюша себе новую прическу делает. Что вы делаете, Ксюша? Это что за... Это что за Чиполлино? Смотри сюда. Смотри, об дверь не стукнись. Головой мотаешь. И это тоже красавица себе сделала. Давай ложись. Пальма. В комнату к тебе. Смотри, вот ты не нравится. Бонни не нравится твоя прическа. Бонни не нравится твоя прическа. Ксюш, потом голова будет болеть, давай. Ты выгулила собаку? Да. Молодец. Все, давай, выходи. Ксюш, на выход! Тебе вообще да не остановить. Пошли давай. Тошнит, во-во. Все, давай, выходи. Тебя сейчас это укачает. Все, пока. Свет выключай. Все спокойно, доча. Давай уже, не хватит хватать. Ксюня, честно, потом будешь плакать, что не можешь уснуть, голова болит. Либо тошнит. Давай, все, пока. Всем пока.